Уже следующий день. Сегодня день гонок. Жду Димона. Замеры не сохранились. Последние, вчерашние почему-то. То ли флешка заглючила, то ли фиг его знает. Сейчас Димон приедет. Еще раз все замеряем. Надо сейчас пильнуть карбюратор. Допилить, расточить диффузоры. Будем ехать на гонки, как раз пацанам отдадим головку, коллектор и карбюратор пиленный. Сейчас могу показать, даже если кому интересно. Карбюратор, выбор. Вторая камера уже расточена, видно. Такая дыромаха хорошая. На 30 рассверлено. Сейчас первую рассверлю на 26. Пацаны, 28 рассверлено. Тут 28, блин, стенка полностью. Противно все. Коллектор пиленный на 32, впуск, все отполировано. Голова тоже распилена, 32 впуск, 31 выпуск. Флавик, что ты там уселся? Греет на солнце. Флавик греет на солнце. Звонил Андрюха Ривз, сейчас должен приехать. Гости тоже на гонке вместе поедем. Так что ждем Андрюху. Через распилили вашу бошку, распилили карбюратор. Кстати, да, вот. Хотел показать. 20, где-то 26,5 первая камера получилась и 28,5 где-то вторая. Короче, сейчас приедет Димон, приедет Андрюха Ривз. И будем выдвигаться, в принципе, уже на место гонок. Там встретимся с пацанами, дадим головку, поснимаем гонки. Едем с Димоном на гонки. Официальная часть по непонятным причинам почему-то отменилась. Офигенный квест получился на ДНЛС. А, да. Едет за нами Андрюха Ривз. Копейка. Едем на старое место, сейчас посмотрим, что там будет. Документики, пожалуйста. С собой не возишь? Ну ладно, тогда хорошо. Вот еще одни. Здорово. Привет. Чего я морожусь? А вы мне тоже звонили? Ваши документики, пожалуйста. Нема. И у вас нема. Да тут что, все без документов? На Харьковскую. Здорово. На Харьковскую едем? Да. Едем за желтеньким, короче. Ну да. Ты предупреждай. Ваши документы. На каком основании? Начинаем. О. Да не, вроде нормально. Что, опять?
поверни. Типа копы увидят, приколят. Не видно. Нормально? Димону. Как это? Пацаны охуели. Они подумали, блядь, провокаторы, сука. Ну да, да, они ж смотрят, что один в маске сидит, другой с камерой снимает. Все, без мозгов будешь ездить. А педаль, педали тебе приделаем. Украли. Взял бы его мозги больше стоит. Украли. Ну. Так надо проехаться вам это. А без мозгов можно ездить? Можно. Можно. А где твоя? Моя разобрана. Да, подводит меня. Я тебя чего? Я соберу скоро. Скоро соберу. Что вы творите? Хуйня вылетает. Да прочищать выхлопную трубу. Да это куски лишние отпадают. Жигули отбрасывают, не нужно. Взял, поломал, кто-то пытался выбраться из-под капота. Это гномики решили сбежать. Покажешь, да. Мотор слишком мощный. У тебя мотор слишком мощный? У него. У него? Да. А ну-ка давайте выясним, у кого из вас слишком мощный мотор. У кого больше кузов? Давайте, ВС копейка, ВС тройка. Инжектор против карбюратора. А, у меня толка, а у него нет, у меня там что-то переделанный. Ну, зато у него карбюратор, а у тебя инжектор. Да у него даже клапана не Т-образные. Да. И выхлоп стандарт. И выхлоп сток. У меня тоже сток. У тебя Subaru. Какой? Я не знаю. Subaru Sound. Я не знаю, что это такое, да? Я не знаю, что это такое. Ребята, о, обоссался, слышишь? Ну все, на старт, короче. Ну, слышишь, как сыться? Да, сыться. Ну. А ну пойдем посмотрим, сколько он уже. Ну, смотри со страху, видишь, сколько уже накидал. Боится. Это облегчение, родно. И снова здравствуйте. Что вы тут собрались? Мы тебя ждем. А я на финиш поехал. На финиш или на старт? Я не люблю стоять. Стоишь, так а что, вы гоняться будете, нет? Да я не знаю. Чем мы сюда приехали? Димон с Игорьком гоняться. Потом отпилят всю мою голову за то, что я буду гоняться. Кто тебе отпилит? Не ври. Там за машиной столько лужи, я тебе говорю, давай, Игорь, погоняйся. Слышу, потекло что-то, короче. Я ему говорю, давай гоняться, он такой, да не, у меня машина, ты ко мне. Короче, понятно, все с вами. Девятка или девятка? А девятка что? 1-1. Говорит 1-1. 1-1? Я не знаю. Да ладно. Девятка 1-1. Копейка. 1-6. Он говорит, ну давай. Ну сейчас посмотрим. Может 1-6. Не 1-1 уже там. Сейчас там 1-1. Сейчас 1-1. 1-1 бар, да? Да, дует.
Нормально. Но если у него 1.1, он на газу его сделает.